Если вы настоящий киноман, то наверняка слышали о фильме «Настоящая любовь». Этот культовый фильм 1993 года рассказывает страстную историю любви Кларенса и Алабамы. Сценарий написал Квентин Тарантино, режиссером выступил Тони Скотт, а в главных ролях снялись такие звезды, как Кристиан Слейтер, Патрисия Аркетт, Брэд Питт и Гэри Олдман. Состав «Что надо». Одна из ранних работ Тарантино «Настоящая любовь» не имела оглушительного успеха в прокате. Как говорится, не сразу Москва строилась. Однако остроумные диалоги и запоминающиеся персонажи покорили сердца как критиков, так и зрителей. Режиссура Скотта и фирменный стиль повествования Тарантино создали поистине уникальный фильм. Сцена с Деннисом Хоппером и Кристофером Уокеном – это просто шедевр, который навсегда вошел в историю кино. И, конечно же, нельзя не упомянуть блестящую игру Гэри Олдмана в роли Дрекселя Спайви. Несмотря на прохладный прием в начале, «Настоящая любовь» стала одним из культовых фильмов 90-х. Этот фильм – доказательство того, что иногда нужно время, чтобы по-настоящему оценить шедевр. Как говорится, большое видится на расстоянии.